Россия будет использовать единственный авианосец «Адмирал Кузнецов». Я, видишь, а еще вот ремонт этого Нахимова идет. То есть упорствуют в ереси путинские. То есть вот эти старые плавучие чемоданы, они еще в Советском Союзе признаны неудачными, и их пытаются на халяву сделать. Ну, потому что денег много не нужно, можно даже на этом еще и украсть, а так красивый для ваты, для всех. Вот мы возьмем сейчас там этого Кузнецова, да, там, где Шойгу летал, вот он, господи, в Ейске, да, в Ейске там поставили, сделали тренажер такой, который имитирует палубу, но, правда, он не ездит туда-сюда, палуба-то все-таки движущегося корабля, да, ну, неважно, и тренируют там, две эскадрильи тренируют, которые будут потом вот на этом Кузнецове, и, то есть, будут представлять какую-то угрозу, как они считают. На самом деле это чистое шоу, понимаешь, то есть эффективность, ну, близко к нулю. Ну, вот, допустим, вот Нахимов, который огромный, ну, не огромный, кстати, не такой уж большой, ну, что там, 27 или сколько там тысяч тонн. Да и этот Кузнецов там чуть больше 40. В общем, небольшие, если там американские по 100 тысяч тонн авианосца. Ну, даже так, предположим, это такая платформа. Здесь для самолетов, там для ракет. Ну, если вы хотите платформу для ракет, лучше много маленьких платформ, чем одна большая. Это пишут даже вот... Не военному. Да, да, не военному, да, понятно, что маленьких много, гораздо лучше, чем одна большая. Сейчас же не линейные корабли, это да, там большая платформа, Бисмарк для чего? Для того, чтобы калибр большой возить на маленький торпедный катер, ты не поставишь большой калибр. Но сейчас он и не нужен, большой калибр. Ракета калибр летит, он с чего хочет, резиновые лодки. У них она взлетает фактически. Поэтому, ну, я понимаю, что это очевидно, в основном раз шоу, да, это шоу. Но они, я обратил внимание, реально делают. Вот я думал, что они придуриваются, посмотрел там со спутника все эти вещи гугловские и фотки непосредственно сделанные этого Нахимова. Да, там что-то вырезают из него, вынимают, что-то вставляют. То есть идет работа. И также они с этим, с Кузнецовым занимаются. Вопрос нафига, и для меня вот загадка. То есть это, ну, реально ничего из себя не представляющие вещи. Белый дом заявил, Россия изолирует себя, отказавшись от участия в ядерном саммите. Видишь, вот я вот, извини, еще написал для себя, что оружие придумывают не инженеры, не политики, тем более не военные, а провидцы и футурологи. Чтобы сделать новое оружие, вы спросите умных людей, как оно должно выглядеть, что это должно быть за оружие, а потом дадите тех задания, и вам все сделают. Мгновенно все сделают по тех заданию. Но его надо придумать вначале в башке, какое оно должно быть. И это точно не Кузнецов, да, вот это, и не Нахимов, да, это оружие, которое придумали очень давно.